Пройдусь по центру чуть дальше, чем ходила в прошлый раз. Начинаю я от Белого пруда. И вот музейный комплекс «Конный двор» с конями на флигелях. Матрешка в честь 700-летия Сергея Радонежского. Вокруг лавры, если получится, пересчитаем башенки. Обозный корпус и уточья башня. Два изба, ресторан, музей. Внезапно неизвестно как сохранившийся тут памятник Ленину, памятник Сергею Радонежскому. Красная воротная башня и Пятницкая башня. Успенские и Святые ворота. То не пойду, так как одета не по дресс-коду. Красная башня. Луковая башня. Подворье. И госпиталь был, наверное, Введенская церковь, Водяная башня и мемориал воинской славы. Здесь, я так понимаю, проходят мастер-классы. Гончарные, свечные, ларьки, памятник Петру и Февронии. Мост через речку. Смотрю, где этот заяц с горшком. Вот он, оказывается, где. Вот еще немножко попробовала увеличить зайчика. Киларский пруд, и дальше мы пойдем, возвращаемся обратно вокруг лавры. Так, Ильинская улица, в горку. Что-то я промахнулась мимо сада, он остался там за стеной, не знаю, туда можно попасть или нет, но обратно возвращаться уже не буду. Ильинский храм, которому 250 лет, видно. Ну так, солнце. И дальше улица. Еле видна Пьяная башня. И сейчас отойду. Колокольня через елки просвечивает, сосны. Собственно, лавры. Пьяная башня тут виднее. Такие тут еще ограждения башенки. И семинария такими коваными воротами. Киларская башня и колокольня и собор. Плотничья и Каличья башни. Здесь находится музей икон. Выставочный зал, церковные утвари. Флигелечки тут симпатичные. И вон там, по-моему, Звоничья башня видна тоже. Еще лавра с разных ракурсов. Церквушка где-то в кустах. Где-то там рядом должен быть источник. Еще раз Каличья и Плотничья башня вблизи. Ну и колокольня Сергиево-Посадской лавры. Звонковая и Уточья башня. Вот и вернулись к Уточьей башне, откуда мы и начали нашу прогулку вокруг Сергиево-Посадской лавры.